Вообще об олимпийском годе, Павел. Год был тяжелый, очень интенсивный, нагруженный. Первая половина сезона была с целью попасть на Олимпиаду. Ну, естественно, проехать все мои гонки с хорошим результатом, помочь лидерам и так далее и тому подобное. Но цель попасть на Олимпиаду была достигнута, и в принципе настрой на Олимпиаду был самый боевой. Что тренерский штаб говорил перед гонкой? Показать активную гонку, не быть, скажем так, балластом и бороться, несмотря на все передряги, которые случились с нашей сборной и вообще, ну и в частности со сборной велоспорта. И ну, я считаю, что нам это удалось, в принципе, гонка была активной и могли бороться как за десятку, так и за более высокие места. Ну, к сожалению, не все получилось с моими некоторыми проблемами и с падением Сергея. Да, вот как справлялись, кстати, с этими головокружительными спусками, которые выбили там несколько человек? Спуск был опасный. Как вы уже сказали, он лишил надежды на медали многих спортсменов. Несколько. Да, того же Нибали. Да. И, ну, когда идешь на максимуме, на пределе своих возможностей, такой опасный спуск, естественно, не может быть подконтролен полностью. На спидометр в это время не смотрите? Там точно не до этого было. Ну, там было за сотку, наверное, да, скорость? Не знаю, не могу сказать. Нужно было контролировать повороты, да, и все. Понятно. Цели какие на будущий сезон перед собой ставить? В первую очередь быть полезным команде, работать честно, расти в профессиональном плане и в личном плане держать победу. Да, вот то, что первым капитаном становится в генеральной классификации Ильнур Закарин, здорово? Да, конечно. Я рад за него. Он способен бороться за самые серьезные награды, призы и на самых серьезных гонках. Помогать будете? Конечно. Это задача главная, да? Спасибо, Павел.